Отреставрируют спорткомплекс «Олимпиец», украинский театр, а также 6 школ и 4 детских сада. В программу «Большое строительство» в Одесской области вошли 16 объектов. 800 миллионов гривен выделят на ремонт дорог. На все программы в областном бюджете заложено 1 400 000 000 гривен. Из них 15 миллионов выделят на поддержку агропромышленного комплекса. Напомню, из-за засухи аграрии подверглись крупным убыткам. Эксперты даже прогнозировали увеличение импорта. Мол, продукция отечественного производителя вообще может исчезнуть из супермаркетов. Буде підписано меморандум по відновленню системи зрошення, Дністровської системи зрошення. Ще теж вплине на уже, скажем, ті кліматичні умови і підвищення ситуації, які в аграрному комплексі.